я вчера слушал звук, вчера. Мы ни на каких выборах не участвовали, ни на президента, ни парламентские, ни вот эти. Нас вообще игнор все, и государство, и все. Голосовать не пойду, потому что что толку, что мы голосуем? Газ дорожает, все дорожает, а мы ничего не можем сделать. Хорошо, что вы дали, я проживу. Пожалуйста, ну можно так прожить? Ну. Они заплачешь, выселяют с квартир. Покидали там с места на место, с посадки в посадку, как говорится. Сейчас приехали сюда, поменяли людей. Кто вас дома ждет? А? Кто дома ждет? У меня жена дома ждет, двое детей. С нетерпением уже, когда дома будешь, говорят. Что хотели вам сказать? Хочу передать, чтобы не переживали, что скоро будем. Не скоро, значит, когда война закончится. Ну, будем до последнего. Кто-то говорит, да это выборы дурацкие. Да, ну, кто-то, а вот один мужик говорит. Богдане, все спокойно.